Итак, дорогие друзья, всем привет! Ну что ж, дождались. Давно не было никаких мощных проектов. Вы ждали, спрашивали, Холди, когда? Когда будет новый проект? Долго мы к этому приходили. Решили, все-таки решили. Долго не был Эрик готов, долго не был я готов. Ну а сейчас мы оба к этому готовы. И у нас у обеих... у обоих... есть все нужные для этого... условия, реквизиты, средства, чтобы запустить этот полномасштабный проект, о котором мы уже давно с Эриком думали и обсуждали. Смотрите, в одном из прошлых роликов мы с Эриком сделали челлендж на безумное количество гемов. 50 тысяч гемов проигравший должен будет задонатить на один аккаунт. Мы с Эриком думали, а что будет делать второй в этом челлендже? Что второй будет в этом проекте делать? Получается, второй нам уже не нужен. И я предложил Эрику следующее. Так как я проиграл в этом челлендже, я Эрику должен был 50 тысяч гемов задонатить. Вы, я думаю, уже догадались, что сейчас будет происходить. Я предложил Эрику разделить эти гемы на двоих. Потому что, аргументирую, 50 тысяч гемов это не маленькая сумма. Мне кажется, это однозначно будет фуловый аккаунт полностью, абсолютно. И даже гемы излишне останутся. Я предложил, зачем тебе, Эрик, это, если можно... отполовинить 25 тысяч, поделиться со мной, но при этом я буду с тобой батлить. Не просто мне дать 25 тысяч гемов, а сделать крутейшую зарубу. На ютубе еще не делал такого никто. И Эрик мою идею поддержал, да, Эрик? Да, конечно. Это будет, я думаю, очень круто. И короче, мы сейчас с Эриком, внимание, на видос задонатим по сколько? 25 тысяч гемов. 25 тысяч на голый аккаунт, Эрик, покажи. У тебя никого нет на аккаунте? Один боец, это да. Шелли, да? Короче, ребятки, сейчас мы будем донатить по 25 тысяч гемов. За мой счет. Я Эрику дал деньги на донат. Это тоже бы за мой счет, потому что в челлендже я проиграл. Поэтому все честно, выполняю наказание. Только донат Эрик принял. Ну, принял решение, чтобы мы задонатили на два аккаунта и сделали батл. Я думаю, что вы не против. Это лучше, чем на один аккаунт. Хотя, если вы хотите, чтобы на один аккаунт 50 тысяч гемов упало, то прямо сейчас поставьте лайк. Ты готов, Эрик, донатить? Да, я готов. Давай, прежде чем мы начнем донатить, давай в магазине вобьем код Аурум по-быстрому. Ребятки, это челлендж лично мой. Я хочу, чтобы до конца месяца все ввели код Аурум в магазине. Абсолютно все мои подписчики. Я вам сейчас расскажу правила нового проекта. У нас стартует новый проект 50 тысяч гемов батл. Прежде чем мы начнем донатить, я вам быстро расскажу суть этого проекта. Мы сейчас донатим 25 тысяч гемов, а в следующих выпусках мы будем ежедневно или через один день выпускать ролики, каждый почти день новый выпуск с этого проекта. Мы не все 25 тысяч гемов сразу потратим. Слушайте внимательно, какие условия будут этого батла. В основном батлы — это когда выбиваешь новых бойцов, засчитываются какие-то новые баллы, ты плюсуешь эти баллы, и победитель тот, который набрал большее количество баллов. В этом проекте будут абсолютно другие правила. В этом проекте победит тот, кто выбьет больше легендарок до конца этого проекта. И условия очень интересные. Ну прям очень интересные. И я сейчас в процессе ролика буду их рассказывать. Эрик, давай донатить, а я буду рассказывать условия зрителям. Ребят, ну что ж, начнем. Потратим немножко денег. 25 тысяч гемов на каждый аккаунт. Понеслась, Эрик? Да, погнали. Немножко денег. Да, совсем чуть-чуть. Итак, друзья, смотрите. Первые 2000 гемов. У тебя полетели, Эрик, 2000 гемов или ты только задонатил? Да, у меня сейчас будет лететь. Боже, я впервые доначу такую сумму. Ты донатил только на аккаунт или нет? Нет, максимум у меня что было, это 10 тысяч, и то в проекте тоже. Боже, обалдеть, я доначу 25 тысяч гемов. Жесть, это я не верю в это просто. Ребят, поставьте лайк, пожалуйста. Кстати, смотрите прикол. В описании будет ссылка на канал Эрика. У нас будет выходить батл постоянно с одной, с одним экраном. У меня на канале мой экран, у Эрика на канале его экран будет выходить. Какие будут правила? Смотрите, я все придумал. У нас будет всего 9 или 10 серий в этом проекте. Каждый выпуск мы будем донатить по 2700 гемасов. И внимание, цель этого проекта — выбить как можно больше легендарок. Не тот, кто... Понятно, что бойцы и так все выпадут, их можно не учитывать вообще. Ну, 25 тысяч гемов, смысл их считать? Они однозначно выпадут, абсолютно все, скорее всего. А вот леги далеко не факт. Я удивлюсь, если реально выпадут, допустим, леги, а мифики нет. Вот это будет прикол. Интересно, такое возможно или нет? Но, смотрите прикол. Каждый выпуск у нас будет разбит на 9 серий. И каждый выпуск мы тратим по 2700 гемасов. Если вдруг у кого-то из нас выпадает лего, либо Эрик падает,
либо у меня падает лего, я сразу же останавливаюсь открывать в этом выпуске сундуки. Лимит на один выпуск 2700 гемов. Если вдруг я выбиваю лего раньше, чем потратил 2700 гемов, остаток гемов мне переносится на другой видос, на следующий раз. То есть, если я, допустим, открою один ящик и мне сразу выпадет лего, значит, сколько там, 2600 гемов мне на следующий выпуск идут бонусом. 2700, которые были, и плюс 2600. Итого, в следующем выпуске я буду открывать на 5000 гемов уже. То есть, я надеюсь, я несложно объяснил, да, Эрик? Или, может, да, там зрителям понятно. Эрик, сколько ты уже гемов задонатил? У меня 60 будет. Боже, у меня 10 тысяч гемов на аккаунте, я не верю, 12 тысяч гемов, прикинь. Боже, я в шоке. Блин, Эрик, я очень уже с нетерпением жду начинать открывать эти сундуки. Эрик, давай договоримся с тобой так. Когда мы с тобой начнем открывать сундуки? Давай, как зрители наберут определенное количество лайков под нашими видосами. Сколько надо набрать лайков под твоим роликом, чтобы у тебя на канале вышел первый батл? Под прошлым роликом мы набрали больше 10 тысяч лайков, поэтому я думаю, можно попробовать около 15. Ребятки, давайте, 15-20 тысяч лайков под видосом Эрика, я ссылку оставлю в описании. Переходим, подписываемся, просто жмякаем на лайк. Ребята, если не хотите пропустить такой экшен, ну такого вы точно не видели еще. 25 на 25, я уже, у меня аж мурашки по коже идут. Я не верю, что мы донатим столько гемов, трэш. У меня под видосом, ребят, чуть больше. Давайте, ну, 50 тысяч лайков для вас очень легко. Ну реально, ну вы, вас больше на моем канале. Поэтому, извините, условия тоже будут больше. Давайте попробуем 100 тысяч лайков. Если набираете до завтра 100 тысяч лайков, мы сразу с Эриком готовим выпуск. У Эрика всего лишь 15-20. Что наберется быстрее? Подписаться на Эрика тоже надо. Хочу напомнить, что если у Эрика наберется 1 000 000 подписчиков, и если ты станешь именно тем подписчиком, который подпишется до 1 000 000, ты уже будешь участником в конкурсе, где Эрик разыграет кучу гемов, iPhone, PlayStation, там и многое другое. Но об этом ты узнаешь у него на канале. Я очень хочу, чтобы Эрик апнул лям до конца этого года. Помогите. Эрик, 20 тысяч гемов! Просто пипец, столько тратил, ребята, на проект. Для вас. Я не верю, боже, сколько гемов. Мне осталось задонатить последние 5000 гемасов. У меня сейчас будет ровно 20 тысяч гемов на аккаунте. На нулевом аккаунте 20 тысяч гемов. Эрик, как ты думаешь, мы вообще за это количество гемов, ну реально выбить 4 леги? Вот, ну чисто предположительно. Или, ну вот как думаешь, или может все-таки, ну кто-то не выбьет 4 леги? Мне кажется, иногда даже на аккаунтах есть либо везение, либо не везение. Да. Потому что у нас были проект, вот у нас по 10 тысяч гемов на обоих на аккаунте, и не выпал ни одна лего, вообще никому ни одна. Серьезно? 10 тысяч? Во-во-во, полетели гемы, друзья, у меня что-то не задонатилось изначально. Эрик, а как так? У меня 24 тысячи гемов, а как нам сделать 25? К сожалению, ровно никак уже не получится. Ладно, ну ладно, 950 и, да, и 32 раза. Ну, либо сделать на 10 гемов больше, либо на 20 меньше. Боже, ребята, поставьте лайк, подпишитесь на канал, кто хочет также себе много гемов на аккаунте. Я серьезно вам говорю, если видос хоть какой-то завирусится, наберет там, я не знаю, блин, бешеные миллионы просмотров, мы с Эриком, возможно, запустим конкурс на такое количество гемов. Я бы такой реально... Ой, у меня зависло вообще, мне просто уже транзакции не проходят, мне говорят, типа, холди, хватит донатить. Реально, у меня зависло. У меня прошла оплата, но зависла она. Так, я зашел в игру. И у меня зависло. О, полетели, полетели, все, прилетели гемы. Боже, я так переживал. Так, Эрик, мне осталось 2 раза по 30 гемов. У меня осталось 1 раз 30 гемов. Давай сделаем это, давай сделаем это. Боже, я не верю, ребята, я не верю, что мы это делаем. Вы думали, мы шутим? Нет. Вы думали, когда мы батлили с Эриком, вы думали, мы пошутили насчет такого количества гемов? А вот и нет. И, ребята, последние гемасы улетают сюда. Вы посмотрите, какое количество гемов мы сегодня в этом видосе задонатили. 25 тысяч гемов, ребята, на оба аккаунта. Неужели это не заслуживает вашего лайка? 300 гемасов на балансе, поэтому... Поехали, друзья, поехали. Так, Эрик, мы будем говорить то, что падает? Или будем просто, типа, эмоциями? Ну, можно для интереса эмоциями, чтобы...
кто-то из нас сможет выбить Лего и сразу не понял. Окей, короче, бравлеры будут падать, мы на них обращать внимание не будем вообще, потому что нам пофиг на всех бравлеров, нам нужна только Ленидарка, да, Эрик? Все, закончились те времена, когда мы, вау, падает Поко, вау, это один балл, да пофиг на этого Поко. Блин, 25 тысяч, ребята, пожалуйста, запомните этот момент. 25 тысяч гемов, мы потратим их все до единого. И кто больше легендарок выбьет, тот и выиграл в этом челлендже, в этом проекте. Это очень жестко, блин, мне уже рикошет падает. Эрик, что у тебя? Так, у меня с первого сундука было два предмета, но там выпал один бравлер редкий. Блин, мне пока пока тоже такая, ничего такого. О, 5 предметов и ничего не выпало. Бедненько, так. Боже, я надеюсь, запись идет, я так волнуюсь. Боже, 25 тысяч гемов, как же это много. Я такого батла еще не видел. Не, кстати, ребята, на просторах Ютуба видел. Опа, еще один новый боец. Я видел батлы тоже с огромным количеством гемов, но, тем не менее, это очень круто. И такое не каждый день происходит. Я думаю, что мы повторим подобный проект, если вы наставите куча-куча лайков на этот видос. И на видос Эрика тоже, да. Так, ну я... Ну пока, пока леги нет, пока можно... пообщаться о том, о другом. Да, пока что у меня тоже ничего нет. Да, не, ну если выпадет мифик, это тоже уже интересно. Но мифик это не легендарка, нам нужна лего, только лего. Боже, мне вот, ребята, давайте сыграем в Ангу. Напишите все в комментариях, как вы думаете, в каком выпуске и кому первому выпадет лего. Вот сколько мы потратим гемов, чтобы вот сколько понадобится, чтобы первое лего выпало. Тут угадать очень трудно, потому что может повезти, да, Эрик? Бывает такое, что там, не знаю, блин, с тысячи гемов первых падает лего. А бывает такое, ты тратишь, там 8 тысяч потратил и ни одной лиги не выбил. Да, тут как такое. Смотря у кого какой аккаунт везучий. Ну, я код Аурума на всякий случай ввел, поэтому я думаю, что я выбью лигу первый. 6 предметов! О, у меня 2 горит, Эрик! Вау! 2 горит с 6 предметов, прикинь! Нифига себе. Ребятки, просто настраивайтесь, сейчас будет мега-мега круто. Итак, первый боец полетел. А второй у нас будет... Фу, боже, я думал, это лего. Это Лу, прикинь, он так на Спайка похож. Да. Это трэш просто. Итак, да-да, не этот, по гемам. У меня осталось 23 650. Так что у меня 23 430, но у меня выпал первый эпический бравлер. Ну еще можно выбивать, как бы еще можно открывать, еще много гемов, боже мой. Интересно, сколько вот всего времени понадобится, чтобы на 25 тысяч гемов открыть сундуков? Сколько вот по времени это должно произойти? Мы потом сделаем склейку, да, Эрик? Мы потом сделаем склейку всех видосов, и это будет длинный выпуск, там минут на 40, наверное, а то и больше. Вот крутая дорезка. Так, ладно. Так, у меня уже почти все секретки, а это только первый выпуск. Слушай, ну ты выигрываешь, если так-то. Боже, у меня еще... У меня выпал Мистер Пи, а я уже на секунду подумал, это из легендарок. Мистер Пи, это, конечно, круто, но... Эрик, это ничего не значит, поэтому это никуда тебе, ни в какую копилку. Так что... К сожалению, да. Мистер Пи, да, вот казалось бы, друзья, мифик выпал. А он ничего не дает, абсолютно. Мне эпически выпал Эдгар. Немножечко похож на Леона. Так, блин, ну мне пока вообще даже сверхредки не падают, Эрик. Походу у меня невезучий аккаунт, вот тогда. 6! Ай! У меня тоже, кстати. Горит, у меня моргает, импульсирует. Давай, открываю. Пау! Карл. Блин, я прикалю... Второй мифический боец. А давайте, ребята, давайте с вами попробуем сыграть в одну игру. Давайте вы поставите все лайк, а в этом первом же выпуске кто-то выбьет лего. Вот просто. Вы попробуйте поставить лайк, подписаться, а мы выбьем лего сразу же в этом первом выпуске. Договорились? Так, я начну. Уже опять горит. Такс. У меня пока еще... Не, у меня вообще плохо. Если честно, у меня первый выпуск вообще слабый, потому что мне только Лу выпал. И сверхредки. Ни одного эпика, хотя Лу, я не знаю, это эпик, наверное, считается. Мне очень даже хорошо. У меня все сверхредки, у меня 2 эпика и 2 мифика. Что? В смысле? 6! Что? Сколько? Подожди, сколько у тебя гемов? У меня еще где-то 500 осталось потратить. У меня 22
690. Это то же самое, что и у тебя случилось. Мне выпал Лу. Лу, боже, мне кажется, ты первый выбьешь Лигу. Чё тебе так везет? Боже, ребят... 15 бралеров на ребятки, каунте. Пожалуйста, умоляю, родненькие, поставьте лайк. Прошу вас сильно. Потом... 7 предметов! 7 предметов! Готовьтесь! Сейчас будет жестко, вообще просто! Дети, отвечаю, сейчас... У меня 6. Да боже ж ты мой, боже, какой первый выпуск насыщенный. Смотрите, у меня осталось 2 сверхредких. Либо это они, либо это сверхредкие и... А что, не знаю, сейчас увидим. Вы готовы? Я открываю первого бойца. Да. Полетел. Это Дэрил, да? И второй... Пожалуйста, убляю. Спраут! Блин, он же ничего не значит. Он же вообще не дает нам никакого балла, прикиньте. У меня Гейл выпал. Жесть, просто жесть. Так, у меня хорошо. Уже второй хроматический даже. Боже, у тебя 2 мифика, ты помощнее. Так, да а у что... меня, я не знаю, у меня каждого бравлера. А сколько у тебя гемов? У меня 22 530. У меня 22 470. Получается, мне еще... сколько это? 200 гемов можно открыть? Это, так это все, это 2 ящика там. Так, у меня сейчас уже последний ящик. У меня 5-6 предметов! Да, открывай. У меня 5, и я все. Да, у меня отказался один. Так, ребята, просто лайк, подписка, и что у нас там? Джеки, ну да, это логично было, что это последний бравлер. И мне остается, получается, 450. Математика. Минус 80 гемов. Последний бокс. Последний бокс, да? Всем привет. Я, как вы знаете, жена Холдика, Лена. Сегодня я хочу немного за мисс Холдика поиграть. Потому что Холдик каждый день играет, донатит. Поэтому сегодня мы поменялись, он моет посуду, убирается, а я буду за него работать. Так, что мы здесь будем делать? Кто тут с нами сегодня? Сегодня с вами Эрик, ребята, всем привет. И сейчас я расскажу, что мы будем делать. Как вы помните, у нас на аккаунтах по 25 тысяч гемов, и мы в каждом ролике открываем по 2700 гемов. И напоминаю вам правило, у нас правило необычное, то что у нас в ролике, если кто-то выбивает легендарного бравлера, то он останавливается открывать, а тот, кто еще не выбил, он продолжает. И так у нас происходит каждый ролик, и выигрывает в проекте тот, кто выбьет все легендарки. И это второй выпуск, мы сегодня также открываем до 19600 гемов, ребята. И вот покажу сразу, какие у нас бойцы есть, какие у нас новые подали. Легендарок пока что не было, но вот мифические, хроматические уже были. И можем, в принципе, начинать открывать мега-ящики. Ага, сейчас. Так, я пока начну. Мне тоже, да, открывать? Да, мы будем открывать вместе. И, может быть, кому-то выпадет легендарка, ребята. Сразу поставьте лайк, а то... Лайк придает удачу, как вы знаете. И, возможно, выпадет легендарка в этом выпуске все-таки. Такс. А легендарка каким цветом? Она желтого цвета будет на полэкрана. А, все, поняла. Сейчас. Такс. Пока что не очень везет, но у меня уже слишком много бравлеров. Вот больше шансов будет выбить не мне что-то, потому что у меня уже. Все мифические, почти эпические, все сверхредкие. Такс. Я пока ничего не выпил. О, у меня 6 предметов уже. Такс. И первый бравлер. Такс, у меня эпический бравлер. Третий эпический. Ну, близко, уже все ближе и ближе к легендарке. Такс, у меня 21 910 гемов. Опять 6. Такс. Обязательно, ребята, поставьте лайк, то и открываем. У меня пока ничего нет. Так, у меня уже второй эпический бравлер. Что, на секунду я подумал, что Лего. И уже 18 бравлеров на моем аккаунте. Мне... И надеюсь, все-таки, что выпили что-то. Мне Нани выпал, это хорошо или нет? Ну, нормально, но для нашего проекта это не совсем нормально. Так. У вас следующий что-то. Две эпичные. Стоп. Блин,
ты можешь веселее, да, немножко? Смотри, я сейчас подойду, скажу, ты чё за моим компом сидишь, а ну вставай. А ты такая, ты ничего не перепутал, я тебе не кот, иди посуду мой. Я типа уйду. Давай? Хорошо. Стоп, не открывай ничего. Так, готова? Да. Открывай. Я не понял, ты что? Ну, Бон, ты что, за компом моим сидишь? Давай, иди посуду мой. Я тебе не кот, ты что? Ну, быстро. Блин. Сейчас, то, Холдик посуду не поставьте домой. Лайк. Подпишитесь на канал. Давай, иди отсюда. Так, продолжим дальше открывать. Пока Холдик посуду моет, то немного мешает. У тебя, кстати, очень легкая работа, оказывается. Очень сложная работа. Нет, мне кажется... Моя посложнее. Нет! Так что давай, иди отсюда. Ну, Лена! Так открывать сундучки. Скажи, тут любой может этим. Ну, я хочу открывать. Не можешь, ты Лего выбить не можешь, а я могу. Я Пенни выбила, нормально. Пенни это не Лего. Хватит. Так, значит, мои темы, Лена. Это мои деньги, я их заработал. Ничего страшного. Пойдем лучше, я тебе машинку куплю. Мы тебе не нужны, тебе только игры нужны. А мы с сыном уйдем. Так, мне мифический выпал, уже все ближе. Ого, мне ничего не падает пока. Так выбей хоть что-то. Так ты мне мешаешь. Поставь лайк, попроси. И давай иди отсюда. Да, кстати, поставьте лайк, вдруг мне что-то выпадет. Так, у меня сейчас 1000 гемов. О, 5-6. Такс. Макс, опять мифический боец. Ого, тебе уже много выпало, мне кажется. Да, мне уже 5 бравлеров выпало, но легендарка таки не выпала еще. Такс, у меня остается 900 гемов. Сундуков еще много, в принципе, может кто-то и что-то все-таки выбит. О, мне Эдгар выпал. Это эпический. Нет. Да, уже нормально. Хотя бы второй эпический уже что-то. Так. Думаю, в этом выпуске мне уже вряд ли что-то выпадет. Много очень насыпало. Так, а что по пятеркам все? Мне уже 2 эпических выпало. У меня уже. Единичка, у тебя единичка, поставь! Да иди, я сама. Так, мне Хейл выпал. Да, Гейл. Гейл, да. Ну, я просто их не знаю, поэтому извините, если я неправильно сказала. Хейл. Иди отсюда, смеется он. Так. Я сейчас посуду перемою, все, поняла? Да, да. Я всю посуду перемою. У меня 400 гемов осталось. Сколько гемов у Эрика осталось? 400 гемов. А у тебя? А у меня, не знаю. У меня, вон, сколько? А сколько нужно? 19 часов, что ты еще можешь тратить? Ого! Так это мне надо быстрее открывать, что я медленно. Сейчас. Ускорюсь. О, мне опять что-то выпало! Генерал Гавс. Нормально? Ну, я так сказала. Да. Так, у меня остается, по-моему, последний или 2 сундука еще. Ага. Ну, у меня последний сундук уже, и все. Сейчас, сейчас. А мне еще много открывать надо. Мне опять что выпало? Так, у меня опять... Б выпало. Стрелок. Это эпическое. Так, в итоге у меня 20 бравлеров на аккаунте, ребята, и гемы я в этом выпуске дооткрывал. Мне еще надо открывать сейчас. Быстренько их дооткрываю. Так, все, пока просто поиграем. Ну, а еще, в принципе, может выпустить недарка гемов еще около 600. И может уже будет выпуск с легендаркой. Хоть один. Ой. Нет! А я уже так... Убрать! Не один раз нажимала. Ну, монтажер зарежет. Да. Так, так, открываю. Ничего интересного пока не падает. Пап, что ты у меня такое? Мне опять что-то выпало.
Вольт выпал. Вольт? Да. Он же, по-моему, все хроматические, но легендарка так и никому не выпала. Опять что-то выпало. Опять Биби. Тоже все эпические, да, не выпадают? Да. Еще открывать, да? Я еще два сундука можно. Два. Да, уходите, давайте. Ну нет, я хочу посмотреть. Я последний сундук остался. Сейчас, последнего точно. Подписывайтесь, и сейчас что-то выпадет. Давай, будем смотреть. Шесть предметов должно быть. Сколько? Пять? А, не, ничего, да, не выпадет. Все? Да, все, да. Так. Так, все, да. На этом выпуске мы заканчиваем. 2700 гемов открыли. Ну, насыпало и мифических, и эпических, романтических. 1965, правильно? А, у меня осталось 965, правильно? 1965. О, 19650. Да, 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 все правильно. Ну, все. Я не знаю. Все. Все, всем пока. Обязательно ставьте лайк, ребята, подписывайтесь на канал и следите за этим проектом. И всем пока. Всем пока. Итак, всем привет, это мини-пека, соскучились? Привет, говори. Привет! Всем привет, друзья. Короче, мы продолжаем проект 50 тысяч гемов вместе с Эриком. И мы в каждом видосе открываем по 2700 гемасов. Не пропускайте эти выпуски, ставьте лайк, подписывайтесь на наши каналы, чтобы не пропускать ни одну серию из этой рубрики. Короче, друзья, в этой рубрике мы должны потратить 25 тысяч гемов, и победитель у нас тот, кто выбьет больше всего легендарок. Играем так. Открываем гемы, сундуки, тратим гемы. Если выпадает легендарка, то этот человек уже в этом выпуске победил. И остачу гемов он забирает на следующий выпуск. То бишь, если он открыл там на 700 гемов и выбил Лего, то ему 2000 пойдут в следующий выпуск. И он будет не на 2700, а на 4700 открывать. Да, Эрик? Да, вот такие вот у нас правила. Но сегодня будет мини-пек открывать, потому что он мастер выбивать легендарки. Но чтобы Лего выпало, что надо сделать? Победить. А, не поставь. Ну что, начинаем? Да! Полетели! Так, секундочку, сейчас я настрою, чуть-чуть вебку ниже опущу. Окей. Так. Сейчас еще ниже. Сынок, готов? Да! Так, ну что? Данечка уже у меня понимает все. Данечка, открывать будем вот эти сундучки. Смотри, сынок, вот эти. О! И что, Эрик, мы готовы? У нас должно остаться, ребята, мы уже потратили почти 6... Нет, это большие, нам не нужны, нам мы будем мега ящики вот эти открывать. Мы уже потратили 6000 гемов в этом проекте. Впереди еще 19 косарей, не пропустите. Данечка, можешь запускать первый сундук. У нас уже по 17 бравлеров есть, если вам интересно, что мы выбили. Если вам интересно, что мы выбили в предыдущих сериях, смотрите предыдущие серии. Даня, открывай. О, у нас 6 предметов. О, у нас 5. Так. Так, первый сундучок есть. А поскольку 2700 гемов? Биби выпало. Это поскольку сундуков, Эрик, в одном выпуске? В одном выпуске... Это 2700. Стоп, стоп, сыночек. Ты гемы просто так не трать. Mm-hmm. Давай еще раз открывай. 30 с чем-то боксов. Ну. Неплохо, неплохо. Так, сынок. Открывай, зайчик. Так, пусто. Так. Ты не попросил лайк Лего или что? Да, обязательно. Давайте. Стоп. Ты чуть-чуть не то открыл. Давайте еще раз так. Хоба! Давай, открывай. Подписывайтесь на наши каналы. Так, стоп. Сейчас еще один. Ну, сынок, надо дождаться. Она не сразу выпадет. То есть, это тут надо ждать. Стоп. Еще раз. Давай еще, открывай. Блин, вообще не падает, Эрик. У тебя как дела? Да, мне тоже. Но у меня уже скоро почти все эпические будут. Боже, жесть. Открывай. Сложно что-то убивать. Дай твой сундук. Что, сынок? Давай. Другой сундук? Да. Ну, можешь вот этот попробовать открыть? Да. Ну, нет. Ну, или да. Да, хотя можешь. Можешь вот этот открыть. Давай попробуй. Но это большой, сынок. С него вряд ли что-то выпадет. Сколько у нас остаться должно гемов, Эрик? 16900. О, там 6 предметов, Данька. Тихо, стой. Все, тихо. Загадай, что должно выпасть? Лего. А что надо сделать? Вот это её. И? Да. И что еще? Посмотри. Подписаться. Скажи подписаться.
Что, сынок, открывай, я не смотрю. Кто это? Кто это? Не знаю. Ну как думаешь, кто это? Это Лего. Это Лего! Это Пэм, друзья! Пэмы. Это Пэм, ну неплохо! Данечка, молодец! Так, начало уже хорошее. Полетели еще. У нас еще куча гемов! Так, стой. Надо плавненько. Ты вот так вот так. О, у меня 6 предметов. У нас 5. Так, у меня светится. Ладно, открывай еще. Давай. Тара выпала. Тара! У меня уже 5 мифических, 5 этнических. Еще один. Полетели. Ну, поставьте вы ребенку лайк. Ну, пускай 6 предметов получит, малой, ну. Давайте так. Если видос соберет 100 тысяч лайков, то в следующей серии Эрик сестру посадит, а они забатлят с сестрой, а? Как вам? Эрик, как тебе? Стойте! Да? Да? Думаю, будет прикольно. Будет прикольно. А ей сколько лет? Ей 5. 5 лет! Ну, она старше от Данила на год. Даня, открывай еще один сундук. Давай. Опа! 5 предметов. Не, в этом сундуке ничего нет. Стой, сейчас я тебе еще один открою. Открывай вот этот. Давай, 6. 6! Данечка, там 6! Вот здесь смотри. Вот смотри, стой, все, стой, тихо, тихо. Вот сейчас нажмешь, оттуда выпадет новый браулер. Загадай Легу. Загадал? Да. Я закрыл глаза. Открывай, сынок. Кто это? Как думаешь? Кто это? Как выглядит этот человек? Это Байрон, сынок! Байрон! Это мифик! Хорошо, сынок, отлично, это очень хорошо, но нам нужно Лего. Ну да, Лего. Два Лего? Это уже вторая Лего? Ну, еще. Даня сказал, мы уже две Леги выбили, так что, Эрик, ты проигрываешь, догоняй. Так. Стараюсь. Опять шесть! Стой! Что? Ты сам откроешь? Да. А за гы? Что-то везет сильно сегодня. Давай, сынок. Ты куда? Я дам сказочку. И куда он пошел? Я не знаю. Он выбил Фрэнка. Так, хорошо. А сколько? Сколько гемов остаться? 16900 должно? Да. Он побежал куда-то. Куда-то побежал, не знаю. Так. Ой, у меня 6. Так, ну давай. Блин, еще прикиньте, мы еще ни разу не выбили Лего. Мы потратили уже почти 7000 гемов. Да. Сынок, ты где был? Ты будешь еще открывать? Да! Ну, давай, сынок, ну даже легендарку выбить, алло. Садись, сына. Ха! Та-дам! Ну, давай, родной. Так, стой. Стой. Опа. Так, стоп. Еще один. Полетели. 5 предметов. Давай я буду так, ты закроешь, я потом открою. Не-не, так если будет новый боец, давай. Так, хорошо, у нас 17600. Ой, нам не так много осталось. У меня 17140. Ого, то есть тебе там чуть-чуть осталось, да? Да, ну, 3 браулера выпало. О-о-о, 5 предметов. Блин, ну мы, слушай, мы сегодня уже выбили мифика, 2 эпика, я думаю, нам сегодня ничего... 6 предметов, сынок, кто будет, ты открывать или я? Давай ты. Давай я, тогда ты закрывай глаза. Не, давай... Не закрывать глаза? Не, да. Так, все, стоп. Я готов. Лайк, все лайк поставьте. Данечка, я готов, давай. Как это? Кто это? Скажи, кто это? Не знаю. Ну кто, на кого он похож? Гэмов. Гэмов. Это новый боец. Макс, это второй мифик за выпуск. Капец, друзья. Итак, у нас уже сколько? 17, стой. 17 220 гемов. Ну, блин, вряд ли что-то выпадет еще. Ну, блин, Даньке так везет. Я хотел бы... Давайте, 100 тысяч лайков, и Данька в следующей серии будет открывать еще сундуки. И Эрик еще позовет сестру. Эрику тоже лайки, переходите, ссылка в описании. Кстати! Эрик, а что тебе падает? Да, ничего, у меня последний сундук остался, но... Сегодня выпал мифики, хроматические, последний сундук, сынок. Последний сундук. А чё, ты не обижайся. Не плачь. Ну. У меня все по сундукам. Что, сынок? Я что, сынок? Да ладно. Сколько у нас? 16900 должно остаться, да? Да. Ну еще 2 боксика, сынок. Последних 2 боксика осталось у тебя, и все.
И больше тебе нельзя никогда открывать сундуки. Ну, тут, кстати, еще акция есть в магазине 2 медвежки. Все, сынок, все, все. Солнышко, ты хочешь еще открывать? Да. Ну, подписчики, поставьте 100 тысяч лайков, пожалуйста. И Данька хочет еще открывать. У нас еще по 17 тысяч гемов на аккаунтах. Данечка, ну не расстраивайся, пожалуйста. Ребятки, у нас еще по 17 тысяч гемов с Эриком. Ну, поставьте вы лайк, если 100 тысяч лайков наберем, Даня в следующей серии будет еще открывать. Как бы открытие еще есть. Эрик, давай покажем, что мы вообще выбили. Сколько у нас уже бойцов? Так, у меня 23 бойца на аккаунте. Почти все мифические. Эрик, у меня тоже 23 бойца на аккаунте. Боже, у меня все... У меня все хроматики, кроме Бель и Калет. Ни одной леги до сих пор. Значит, из эпика у меня осталось Пайпер. Из мификов остались Джин Морти Стара и Мистер Пи. Вот, и два хроматика. Слушай, и еще 17 тысяч гемов впереди, друзья. Это только начало. Серьезно, я не знаю, кому первое выпадет лего и сколько легендарок мы выбьем до конца этого проекта. Вы обязательно следите, не пропускайте ни одну серию. У нас серии почти каждый день выходят, ну, через один день. И мы стараемся, чтобы, ну, открытия были разнообразными. Вы накидайте как можно больше лайков. И мы обязательно, да, Эрик, в следующей серии... Слушайте, ну я думаю, что уже все, в ближайших сериях должна выпасть лего уже. 100%. Да. Итак, друзья, ну что ж, новая серия на проекте 50 тысяч гемов. Всем привет, Эрик, здорово, всем привет. Всем привет, ребята. Ребята, мы еще не выбили ни одной легендарки. Эрик, сколько мы потратили уже гемов? Мы уже потратили около почти 9 тысяч гемов. Ни одной леги, ни Эрик, ни я не выбил. Надо действовать радикально. Во-первых, все, чтобы вы ввели код Аурум, обязательно проверьте у себя в магазинах код Аурум. В конце месяца буду проверять. Кто не ввел, штрафные санкции. Кто ввел, будет бонус. Проверю. Короче, сейчас я начну ходить с козырей, с королей. Я начну сейчас просто разрывать и использовать читы. Итак, всем привет! Это мини-холдик! Никитос! Ну что, соскучились? А Никита уже появлялся у меня в видосе. Короче, Никита приехал в гости совсем недавно ко мне. Взял мой компьютер опять без спросу. Я его наругал. Мы потом опять помирились. Он говорит: Вань, давай, я сундучки давно не открывал, туда-сюда. Я говорю: ну давай, давай. Короче, Никита, смотри. Правила простые. Выбиваешь легу, говоришь Эрику до свидания. Чтобы осталось на аккаунте 14200 гемов. Не пропусти, 14200 гемов. Если выбиваешь легу, ты останавливаешься и говоришь: все, Эрик, адьос, я погнал. И зовешь меня. Ага, вот тебе пульт, вот тебе микрофон. Пожалуйста, дерзай. А ну скажи, пацаны, здорово. Так, канал ХЭС, подписывайтесь. Здорово всем. Кстати, ссылочка в описании. Ты готов открывать? Да, я готов. Ну тогда давай на счет 3 начнем. Раз. Да, давай. 2, 3. Все, поехали. Так, первый мегабосс, как обычно, ничего нету. Так, да, погнали. В этом проекте нам уже много чего. У меня уже выбил много бойцов, поэтому падать будет очень У вас вообще лег не падало? Ну, это не удивительно, собственно. Давай, майнкрафтер. Так, погнали. Второй мегабокс, тоже ничего нету. Как ты относишься к тому, что твой брат Brawl Starser? Максимально. 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 Да начу, Brawl Stars. А ты майнкрафтер. Угу. Сейчас бы донатить в Brawl Stars. Сейчас бы играть в Майнкрафт. Майнкрафт всегда будет актуален. Давай, актуальный. Лего выбьешь, потом поговорим. Хорошо, давай. Так, у меня пока ничего. Ну, у меня тоже сколько. Не торопись, не торопись. 14200 гемов должно остаться. Ну, сейчас выпадет точно лего. Смотри просто. О, 6 бойцов. Спайк, все, легко, все, давай. Ваня, я выбил Спайка. Реально? Уже? Да? Ваня! Офигеть. Он сейчас придет, офигеет. А, ну, в принципе, ребята, на этом все. Сейчас подойду. Так, ну, еще, конечно, мне нужно дооткрывать до 14200 гемов, а вот брату Холдика уже можно оставлять гемы на следующий... Ты выбил Спайка? Серьезно? Попроси поставить лайк. Ребят, поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы тоже хотите Спайка себе на аккаунт. Стоп, так быстро стоп, мы еще лего не убивали. Эрик, это что за безобразие?
Я не знаю, пришел, открыл пару боксов, выбил Лего, ушел. Ты как это сделал? Ты как это сделал? Еще я сейчас плюс на следующий выпуск у вас будет 4700 гемов, вы можете себе потратить. Обалдеть! 4, почти 5000 гемов в следующем выпуске! Трэш, а что мне делать сейчас? Эрик, у тебя еще сколько гемов? У меня еще 1600 гемов. Я не знаю, что мне делать дальше, ребят. Ну типа, все. Я в этом... О, у меня 6. Блин, что падает Эрику, вы сможете увидеть у него на канале. Хотя, в принципе, я могу... Интересно, я могу показать твой экран у себя или нет? Или пусть лучше у тебя будет? Думаю, пусть у меня будет. Ладно, да-да. Потому что ничего интересного не выпало. Это эпический боец 6. Говорит, я Спайка выбил. Какая его реакция была? Том просто сказал, о, я Спайка выбил. А, ну... Ничего необычного. Трэш. Ну, что, ребят, по правилам этого батла, я дальше не имею права открывать сундуки. Вот, пожалуйста, кот Аурум ввел и... Вуаля. Получилось. Давайте посмотрим шанс на Легу пока. Так. У меня он вообще низкий, 0.02. Да? У меня 6 предметов, да. Так. Надеюсь, что все-таки Легу я тоже смогу выбить. Как? Как? Подписывайтесь на Никиту, Хэз, он снимает Майнкрафт, туда-сюда, там вот это все. Снимай Браузар, будешь нормальным мне пацаном. Мне выпало колет. Капец. Ну, Никита, ты в курсе, что в следующем выпуске я должен открывать на 4700? Что ты говоришь, Эрик? У меня колет выпало, я уже подумал на секунду, что это ворон. Так, а что я пока посмотрю, что у меня не хватает. Боже, Спайк! Ух, наконец-то первая легендари! Итак, друзья, так, сейчас, Эрик, я прокомментирую эту ситуацию. В общем, наша задача в этом проекте как можно выбить больше легендарок. Все остальные бойцы не учитываются вообще никак. Мы абсолютно их не считаем ни за какие баллы. Просто только легендарки, только хардкор. И первая лего у меня уже есть. Ну, ребята, еще впереди 16 тысяч гема, у Эрика 14 тысяч. Не факт, что ему выпадет, ну, еще, ну, чуть дальше, больше, чем мне. То есть это, блин, прикольно. Так, давайте так. В следующем выпуске открывать мне сундуки или Никите? Если этот видос соберет 100 тысяч лайков, открывает Никита. Но напишите в комментах, мало ли он и так соберет 100 тысяч лайков. Мне открывать или Никите? Блин, ну капец, я не знаю, что мне больше делать, Эрик. У меня уже 25 бойцов, у меня не хватает только эпического одного и двух мификов, и уже останутся только шамотические леги, поэтому тут уже шанс в этом выпуске выбить что-то мало. Капец, а сколько тебе гемов осталось? У меня еще 700 гемов. 700 гемов. Ага, ну блин, нормально, нормально. Блин, ребят, такой быстрый выпуск получился, вот это я посадил. Трэш, кто-то трэш, изи. Вот братец умеет. Ребята, залетайте еще на Холдик Лайв. Там, короче, будут влоги с Никитой. Вы любите их. Очень будут прикольные видосики. Смотрите, я не знаю, что еще вам сказать, пока Эрик открывает. Эрик, что там у тебя? Ролик же, когда мы в здании снимали, 100 тысяч лайков еще не набрал. И, может быть, когда он наберет, то все-таки мы уже сделаем батл. То, что у меня будет сестра. А, да, реально. Там уже 63 тысячи лайков, ребят. Вот, смотрите этот выпуск. Да, там уже будет поинтереснее, когда будут и сестра, и Даня. Обязательно. Ой. Так. Ой, монтажер, поправишь, пожалуйста, я не ту сцену включил. О, все, поправишь. Да, да. Ну что, Эрик, сколько у тебя гемасов? У меня 3 сундука остается. Так, 5 3 предметов. Сундука. Ребята, что падает Эрику, вы увидите у него на канале. Боже, иди сюда. Дай сюда. Просто молодец, молодец, молодец. Садись. Шо, раз... Куда ты сел на меня? Вот так, на колено садись. Садись на кресло, что ты на меня сел вообще? Ну, действительно, я могу спать. Ну шо, расскажи хоть пару слов. Туда-сюда сделай. Вот, если вы играете в Майнкрафт... Какой Майнкрафт? Бравл Старс нормальные пацаны играют, они не играют в Майнкрафт. Бравл Старс слишком легкий. Слишком легкий? Ну да. Давай, 100 тысяч лайков, в следующей серии выбей еще Легу. Спокойно. Что спокойно? 100 тысяч лайков набирайте, я в следующем ролике тоже Легу выбираю. Ты слышал? 100 тысяч лайков. Трэш. Если выбей еще одну Легу, у тебя, прикинь, в следующем выпуске 4700 гемасов.
Ты что, это пушка вообще? Я тоже хочу 4700 гемас. А сколько я потратил? Я не знаю, сколько ты потратил. 700 было 16. Я не знаю, сколько, Никита. 700 гемов я потратил. Так, я уже потратил свое. Все, да, на этом выпуск завершаем. Да, так быстро. Ну что, ребят, тут такой вот был простенький видос. Никит, попрощайся ты, я не знаю. Ребята, всем удачи, всем пока. Что, ставьте, так быстро? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну скажи какую-то речь умную там. Майнкрафт топ. Пока. И привет всем. А кто тут у нас? А кто Эрик? Это кто у нас? Это моя сестра Сабина сегодня с нами в ролике будет участвовать. Привет. Будем знакомы. Она меня слышит? Всем привет, ребята. Да, она тебя слышит. Здоровайся. Привет, привет. Дорогие друзья, сегодня у нас продолжение проекта, как ни странно, 50 тысяч гемов. Вы просто представьте, мы задонатили 50 тысяч гемов на два аккаунта. 25 у Эрика тысяч, 25 тысяч у меня. Цель этого проекта, как можно выбить больше легендарок за 25 тысяч гемов. Спойлер, если вы не смотрели предыдущие серии, пойдите посмотрите. Дальше будут спойлеры. Первую легу на моем аккаунте уже имеем. Выбил ее Никита. И он выбил... Сразу там, буквально первый боец, который выпал, это сразу же спайк выпал. Он потратил 700 гемов, и мы помним, да, что каждый видос мы открываем на 2700 гемаса в сундуке. Если лего падает раньше, то остаток гемов плюсуется на следующий видос. Поэтому у меня сегодня 4700 гемасов, прикиньте, 4700 я буду открывать на 4700 сундуков. Короче, друзья, по-любому сегодня, видите, я даже легендарную футболку одел. По-любому сегодня должна выпасть лего. С вас лайк, подписка. У Эрика будет его экран, у меня мой. Я, Эрик, готов начинать? Ты готов? Да, я готов. Ребят, 4700 гемасов. На этом аккаунте уже потрачено почти 10 тысяч гемов. И всего лишь одна лего. Смотрите, сколько бойцов еще не выбитых. Усаживайтесь поудобнее. Почти на 5000 гемов. Сейчас открою сундуков вам. Ай, понеслась. Поехали. Я один бесплатный открыл, у меня в магазине был. Так. Хорошо. Так, у меня должно остаться 11 тысяч. Открывай. Так. Так, ты... сестра, да, сейчас открывает? Да, у меня сестра открывает. А ей больше везет, да, потому что она еще неопытный игрок, и неопытным игрокам всегда идут поблажки. Кстати, ребятки, не забудьте ввести аурум в магазине. Обязательно код аурум, обязательно вводим, до конца месяца всех проверю. Так, ну что, что там у вас, как у вас дела? Да пока что ничего не выпадает. Оу, боец, сразу выпал новый боец! Фух! Блин, фух, ну это не лего, все хорошо, это мистер Пи, ну как бы... Потому что лего. Как бы мифик, да. Слушай, а сколько твоей сестре лет? Ей 5. 5 лет! Ребят, давайте так, пожалуйста, я очень хочу, чтобы мой сын забатлил с твоей сестрой, очень сильно хочу. Давайте в следующем видео дадим им возможность, прикиньте, Данька со своей... У нас 6. Опа, а ну? Опа, а вдруг что-то будет? Так. Да, открывай. Подписки. Подписки. Нане выпало. Нане. Друзья, в общем, давайте попробуем набрать на этом видосе 100 тысяч лайков. И Данька с твоей сестрой в следующем видео. Давай, Эрик, попробуем. И они пускай дети забатлят. Да, я думаю, это зайдет, будет интересно. Ну, мы как бы тоже дети, только взрослые, а это будут маленькие дети батлить. Короче, ребят, с вас лайки, с нас, короче, веселый видос. Прикиньте, мне самому интересно, что с этого получится. Так, все, понеслась. У меня очень много сундуков еще, очень впереди мне 4. У нас уже на аккаунте 7 эпические бойцы, остались только мифические, хроматические леги. Да, у меня уже давно так. На 4700. Так, ну лего я выбью, потому что если лайк поставил ты, то лего будет у меня. Все правильно. Так. Смотри, как быстро тратится. Боже, ты бы видел, как у меня быстро тратится гемы. Мне же надо быстро. У меня 6 предметов! Смотри! 6. Фу, это калет, это калет, это калет, это калет! Это калет. Так, я сейчас посмотрю еще раз, что у меня не нету, что у меня еще нету. Пятерочки. У меня нету легендарочек, трех мификов. А, Пайпер, мне еще Пайпер должна выпасть, потому что у меня Пайпер не было. Так. Хорошо, хорошо. Так. Так, 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 так. Блин, жалко. Жалко, что первую легу не я выбил, блин.
Никите дал просто открыть, он сразу с первого же этого. Я ору с этого. Может опять позвать? Я говорю, Даню если посадить, все, это отвечаю, это полностью все, это леги будут сыпаться только так. Так, ну что-то нам пока не везет. Ну... Одна побыла. Нормально, нормально, не переживай, сейчас все будет. У нас еще, ты ж понимаешь, сколько у нас еще гемов? Боже, ты представь просто, подписчики, кто хотел бы столько гемов себе накалывать? Ну, хоть кто-то, поставьте лайк, кто хотел бы. Мы, я, кстати, если у Эрика наберется 1 000 000 подписчиков, то Эрик разыграет очень много гемов. Поспешите стать до 1 000 000 его подписчиком. Ссылка в описании на его канал. Я думаю, он закатит очень крутой конкурс для своих подписчиков, поэтому залетайте. Такая возможность только один раз. 1 000 000, он один раз. 1 000 000. Так, главное, чтобы я не открыл больше. Мне 11. Боже, мне сейчас столько сундуков открывать. Капец, просто посмотрите. Тонны, тонны сундуков летит. Так, что там у вас? Так, у нас пока что ничего. Да. А ты помогаешь, Эрик, или... Не, она вообще сама открывает. Она уже не может. О, молодец. А ты играешь в Brawl Stars? Ну, она один раз пробовала. Она пробовала, у меня играла, у себя скачивала и играла. У папы. У папы. Надо им батл устроить, я тебе говорю. Блин, подписчики, поддержите идею батла. Прям... Так, у меня пока пусто, но я как бы не расстраиваюсь, у меня еще куча гемов. Пока не везет. Да, у нас пока не везет. Сколько у вас гемов осталось? Так, сейчас посмотрю, сейчас она откроется, иду и скажу. Да, у меня 12 708. Боже, сколько гемов, я когда называю, у меня аж руки дрожат. 12 тысяч. У нас 12 521. Ой, я вас догнал почти, прикинь. Я вас, я быстренько открывать начал. Боже, я столько гемов потратил, офигеть. И еще не выпала Пайпер. Еще 1000 гемов у нас. Можно 1000 гемов вскрывать. У меня получается сейчас 12 380. Блин, как же трудно Легу выбить, оказывается. Ребята, представьте, столько задоначено. И так вообще это жесть. Как, я не знаю, это капец. Вот первая Лего выпала. А какой шанс на Легу? Давайте посмотрим. Так, давай я тоже быстрее туда. 0,056. У меня на целых 0,57. Слушай, ну мне осталось 400... Сколько? 500? Где-то 400... Не, 460 где-то. Короче, около 500. Все, меньше уже. Уже меньше осталось. Боже, пожалуйста, еще один боец, пожалуйста. Ну почему так ничего не падает? У нас сейчас 600 гем где-то. Я один открою. Давай. Так, у нас все равно ничего не выпадает. Боже, так, ну да, тебе вообще, это тебе только эпически. Мне хотя бы Колет выпало и... Опа! И мифик, а, да, 6 предметов. Так, либо это Пайпер, либо это Лего. Все, третьего не дано. Ну, вы знаете, лайк, подписка. Закрываю глаза. Мне не надо покупать ничего. Да, это Пайпер, блин, расстроился немножко. Ну, зато теперь все эпические. Все, прикинь, это был последний сундук. 11 580. Ребята, я в этом видосе потратил 4700 гемов. 4700 гемов. Выбил Колет, выбил Пайпер и выбил... Кого еще я выбил? Мистер Эпи. У меня остался 3 мифика и 4 леги. И еще 11000 гемов! И следующая серия будет с Данькой и с твоей сестрой. Если, конечно же, ребятки, вы поставите лайки. Если вы не поддержите, то тогда, не знаю, расстроюсь и потрачу все 11 тысяч гемов. У нас еще 200 гемов где-то осталось. Давайте. Блин, так обидно, реально. Как-то так плохо стало падать. А, последний сундук уже. Ну, блин, так оно и есть. Это поначалу падает много, а дальше уже, конечно, вообще голяк. Ну... Блин, я ваш экран не вижу. Ребята, потом в конце этого проекта мы сделаем с Эриком нарезку. На оба канала зальем, где будет видно и Эрика открытие экран, и мой одновременно. Все 25 тысяч гемов мы потратим в одном видосе. Точнее, 50 тысяч гемов потратим в одном видосе. Все? Ну-ка, да. Что, вы только один эпик выбили? Да, что-то сегодня невезучий какой-то у нас выпуск получился. Так быстро, хрех-хрех-хрех, еще. Так быстро открылись. Хочешь еще? Хочешь еще? Хочешь еще? Одну.
Можно идти? Не-не, хочешь? Вот с Данькой в моем следующем выпуске обязательно. Короче, ребят, поддержите, пожалуйста, чтобы этот выпуск состоялся. Ну что, мы на этом будем прощаться, в общем. Это еще не конец, это чуть больше половины, но впереди еще, ребятки, 11 тысяч геймасов. Не пропускайте, выпуски выходят почти каждый день. Через один день мы выпускаем эти ролики, поэтому жду вас всех в следующем видосе. Через один день, возможно, будет Данька, возможно, не знаю. Спасибо вам за просмотр. Эрик, увидимся в следующем ролике. С вас лайки и подписки, с нас трата гебов и денег. Всем удачи, скоро увидимся и до новых встреч. Всем пока, друзья. Всем привет, друзья. Это проект 50 тысяч гемов. Мы продолжаем новая серия открывать сундуки на этом аккаунте. Ребята, в первой серии мы задонатили с Эриком на этих аккаунтах по 25 тысяч гемов. 25 тысяч гемов у Эрика на канале и 25 тысяч гемов у меня на канале. Вы можете перейти по ссылке и смотреть, что выбивает Эрик. В конце этого проекта мы совместим наши экраны и смонтируем видос так, чтобы вы посмотрели одновременно, что нам выпало за все время. Давайте переходить к спойлерам. Эрик, давай покажем зрителям, каких бойцов мы выбили. Помните, у нас было 25 тысяч гемов. 15 тысяч гемов почти мы потратили. И, друзья мои, я выбил всего лишь одну Легу. И еще не всех даже мификов. И еще не всех даже хроматиков. Хотя этот хроматик, наверное, не выпадет, пока я не пройду Brawl Pass. У Эрика даже ни одной легендарки еще нет. И, скорее всего, сегодня он ее вытащит. Правила нашего батла. Точнее, проекта. Мы должны в этом проекте выбить как можно больше легендарок. Здесь нету баллов, мы не подсчитываем, сколько баллов мы получаем за бравлеров, которых выбиваем. Мы выбиваем только легендарки. Если падает Лего, в этом выпуске уже есть победитель. Итак, до конца проекта мы определим, кто из нас больше всего убил Лег. Поэтому на данный момент лидирую я. И если, смотрите, мы в каждом выпуске тратим по 2700 гемасов. И если вдруг кто-то из нас выбивает Легу раньше, чем заканчивается 2700 гемасов, то часть гемов переходит на следующий выпуск. Я думаю, правила помните, поэтому мы готовы открывать. Эрик, ты готов открывать? Да, я готов. Полетели. Мне кажется, сегодня однозначно у кого-то будет Лего. Эрик, у нас еще в магазине бесплатный ящик. Что, заберем? Да, я думаю, да. Давай. У нас еще, кстати, акция 4 мегащика за 139 гемов. О, хорошая идея, хорошая идея. Так, я открыл бесплатный, мне ничего не выпало. Кстати, да, ты прав. Акция очень крутецкая, 4 мега ящика, прикиньте, сколько мы экономим. Спасибо. Так, ну что ж, готов? Поехали, открываем. У нас должно остаться, ребята, к концу выпуска 8880 гемов, если никто не выбивает Легу. Если кто-то Легу выбивает, может остаться больше гемасов. Полетели. Первый сундучок полетел, второй сундучок полетел, третий сундучок полетел и четвертый сундучок полетел. Все, эти 4 сундучка улетают сразу быстренько. Так, хорошо. У меня тоже так же ничего. Not bad, not bad. Слушай, ну 139 гемов и мы уже 4. Боже, сколько скинов, боже. Фух, ну что ж. Я готов, я готов. Я готов. И шанс на Лего уже чуть-чуть повысился. Ребятки, с вас лайк и подписка на канал. Обязательно. А, ну и совсем забыл, самое главное, ребзики. Код Аурум в магазине обязательно вводите, проверьте, у кого нет кода Аурум, тому, возможно, не повезет с открытием сундуков. Это очень важно, ввести код Аурум, проверьте и обязательно открывайте сундуки с этим кодом. И посмотрите на результат, напишите потом в комментах. Все, полетели. Так, да. Ну что там у тебя, пусто? Да, у меня пока пусто. Не густо, но пусто. Прикинь, да, гемы улетают, а ничего не выбиваем. Кстати, Эрик, я предлагаю в одном из следующих выпусков прокачать бравлеров. А? Посмотри, сколько у нас уже золота. У меня почти 40 тысяч золота. И я думаю, что много бравлеров, которые можно пассивки выбивать и гаджеты. Давай в следующем ролике, перед началом видоса, мы прокачаем бойцов. Как тебе такая идея? Ну, можно, в принципе. Мне кажется, мы уже сколько гаджеты... Ну, потому что гаджеты могут падать, чем мы зря открываем сундуки. Так, хорошо. Ну, что ж, это будет в следующем выпуске. Полетели. Кстати, я не знаю, видос еще тут не вышел, когда мы записываем ролик. Данька с сестрой Эрика еще не батлили. Но, возможно, вы набрали много лайков, чтобы они забатлили. Поэтому ждите, этот видос рано или поздно будет. Да? Да, конечно. О, у меня 6 предметов, наконец-то. Слушай, а давай я попробую угадать,
покажи реакции, что тебе выпало. А мы попробуем угадать. А зрители потом перейдут и посмотрят, а я попробую угадать. Давай. Так, что там где? Ну так. Ну, я могу вообще не реагировать, это для интереса будешь просто угадывать. У меня, если что, нет хроматических, мифических. Не, ну хотя бы так. Ну давай тогда. Что ж это? Мне кажется, это эпический браузер. Переходите, ребята, по ссылке в описании, проверяйте, угадал я или нет. Вы тоже, кстати, попробуйте угадать. Не знаю даже. Я потом тоже проверю. Так, хорошо, мне пока 6 предметов не падает, потому что у меня уже эпиков нет. Ну, мифик бы не помешал. Так, еще куча гемов можно потратить до 8880. Так. Неплохо, неплохо. У меня еще больше 1000 гемов, и в принципе, может еще что-то дропнется. 10160 гемов, капец. Я до сих пор удивляюсь тому количеству, которое мы задонатили, Эрик. Это так много, боже, еще раз показываю. 27 бойцов из 46. В следующем ролике мы прокачаем бравлеров. Это вообще отличнейшая идея. Кстати, Эрик, мы можем купить лего. У меня лего продается в магазине. Но мы этого делать не будем. Это ведь батл, это ведь все должно быть честно. Мы же не для того создали аккаунты, чтобы просто покупать акции. Мы здесь именно батлим на сундуках. Пока пусто. Одно леги пока что. Пока. За весь проект. Не, Эрик должен уже выбить. Прикинь, ты, Эрик, ни одной леги не выбьешь. 25 тысяч гемов срёшь и ни одной леги не выбьешь. Вот это будет прикол. Я буду орать с этого, я не знаю. Просто ор. Так. Ну слушай, мне пока вообще ничего не падает. Я прям реально хочу в следующем ролике прокачать бойцов, потому что в это так дело не идут. Я хочу хотя бы хоть что-то выбивать. Даже гаджеты не падают, блин. Так. У меня 9000... У меня 6 предметов. А, давай реакцию. Фу. Давай реакцию. Так, давай. Отлично, я бы сказал. Отлично, я тут... Без слов не могу. Это лего, ребята. Мне кажется, это лего. Переходите по ссылочке и посмотрите сами, что он выбил. Это жесть. Мне кажется, это лего, ребята. Я сам перейду и посмотрю. Дайте попробую угадать. Это Амбер. Все. Вы тоже поиграйте в гадалку, перейдите и угадайте. Посмотрим. Может, это вообще мистер Пи какой-то. Кто знает, кто знает. Так, неплохо, неплохо. Стоп, если он выбил лего, то, по идее, он уже может не открывать сундуки дальше. Ну, окей. А я тебе не скажу. Я тебе не скажу, выбыл ли я. Ну ладно. И ты, кстати, можешь так, что ты не узнаешь, открывали я дальше или нет. Вот ты уже можешь открывать. Ага, окей, окей, окей. Так, ладненько, у меня тогда 9000, сейчас скажу. Блин, у меня на ничего не падает, так ничего. Капец. Что такое? Где мои мифики хотя бы? Стоп, у меня 9000 гемов, а значит мне надо... Так, что там, Эрик? Так, так, еще чуть-чуть мне можно подкрасть. Боже, пусто, я в этом выпуске ни одного бойца не выбил. И все, все, я закончил. Мне ровно один гем лишний, но я его никуда потратить не могу. Итого, друзья, я выбил всего лишь старпоинты в этом видосе. По идее, 2700 гемов, прикиньте, 2700 гемов, это больше, чем 100 долларов. Вообще в никуда улетели, в никуда, 2700 гемов. Ух, трэш. Но я предлагаю в следующем ролике, давайте следующий ролик выйдет тогда, когда этот видос соберет, допустим, 60 тысяч лайков у меня и там 20 тысяч у Эрика. В следующем ролике я предлагаю прокачать бравлеров на этом проекте. Не знаю, конечно, в приоритете там от мификов начинать там, не знаю. Хотя некоторых тут можно... Короче, посмотрим, решим сами, кого прокачаем. Вот, на свое усмотрение 45 тысяч золота у нас есть. И мы будем в следующем ролике... выбивать, возможно, гаджеты, а возможно, на кого-то и пассивки. С вас подписка, с вас лайк. И я пойду смотреть, что там выбил Эрик, вы тоже. Ну и пожелайте удачи в следующем ролике. Ребята, осталось 8000 гемов, мы подходим к финалу. Мне кажется, что все равно в конце посыпятся леки. Это неизбежно. Отвечаю, не пропустите финальной серии. Подписывайтесь даже на каналы. И что, Эрик, пожелаем удачи всем. Да, всем пока, ребят. Всем до новых встреч. Пау! Отлично. Всем привет, друзья! Ну что, вы соскучились за новым проектом? Ребятки, это проект Battle, 50 тысяч гемов на этом проекте. Ребята, мы с Эриком задонатили на оба аккаунта по 25 тысяч гемов.
Правила простые. Надо выбить как можно больше легендарок. В каждом выпуске мы тратим по 2700 гемов. Если вдруг кто-то выбивает легу, значит он останавливается открывать сундуки. И на то количество гемов, которое у него осталось, идут ему на следующий видос. Ну, я думаю, вы в курсе, я думаю, вы смотрели предыдущие ролики. А если не смотрели, летите, смотрите. Ребятки, мы приближаемся к финалу. Осталось 8800 гемов. Я даже поверить не могу, что здесь когда-то было 25 тысяч геммасов. Давайте посмотрим, что мы выбили за все эти серии с Эриком. Эрик покажет своих бойцов, я покажу своих. Итак, ну что, у нас с Эриком по одной легендарке на аккаунте уже есть. Эрик, сколько у тебя бойцов? У меня 28 бойцов на аккаунте. На одного бойца у Эрика больше. У меня 27 бойцов. В общем, я как минимум в этом видосе планирую выбить мифика, максимум легу. Но это еще не все. Я предлагаю Эрику, и сам тоже буду это делать, прокачать бравлеров. Ну, понятно, всех вряд ли мы прокачаем. У нас по 40... Сколько у тебя золота? У меня 45 тысяч. У меня 43 тысячи. О, странно, видишь, мне чуть больше золота выпало. Вот. Короче, прокачать бравлеров на свое усмотрение. Кого вот хочешь, того и прокачивай. И будем еще выбивать, возможно, в этом видосе гаджеты. А, возможно, и кого-то, на кого-то пассивки. Готов? Прокачиваем? Да. Так. Я посмотрю сейчас, кто у меня уже на фул. Так, ну редкие, сверхредкие я на фул. Я вижу некоторых, кого я могу прокачать на девятый даже. Редкие, сразу. Сверхредкие на фул. Так, ну что ж, я, наверное, начну с каких-то... ну, спайка не могу на... Сейчас давайте я его прокачаю, но я, наверное, его на шестой... А, нет, смог на шестой, на седьмой даже, отлично. На него гаджет можем выбить. Байрона прокачаю. Я уже два бравлера девятой силы. Слушай, а эти гаджеты седьмого уровня или шестого? Седьмого. Понял, принял. Так. Так, давайте кого-то на... Именно чтобы гаджеты выбить, а кого-то на фул прокачаем. Так, что у меня по золоту? Да, золото еще, мама, не горюй. Можно прокачивать небо. Странно то, что с самого начала проекта у нас была Шелли, и она до сих пор уровень. До сих пор не фуловый бойцов, уровень? Бойцов, которых я выдал позже, я могу. Да? Лол! У меня бойцов, которых я выдал позже, я могу. Это странно. Странно. Так, хорошо. Смотрите, ну я... Я пока что неплохо прокачал уже. Вау, даже на восьмой. Так, Макс, что ты тут не годишься? Давайте на шестой Макса прокачаем. Блин, сколько гаджетов сейчас навыбиваем. Так, Эдгар, что у нас Эдгар? Эдгара, ой, Эдгара почти на фул могу, но чуть-чуть не хватает. Ладно, если это хватит, прокачаем. Надо кого-то точно на фул. Так, ну давайте, допустим, ПМ не могу на фул, значит до шестого, ой, до седьмого. Пайпер могу, фу, Пайпер только выпала. Джеки нет. Так, эту тоже не могу, но чуть-чуть прокачаем, давайте. Так, и про... Боже, сколько бравлеров могу прокачать. Так круто вообще. Так, Фрэнк. Я уже много кого прокачал. А, нет, все-таки Шелли добил до 9 уровня. Ты... А кого ты на 9? Ты кого-то прокачал на 9? У меня на 9 Шелли, Прима, Барли, Роза, Дэрил, Пенни, Карл, Джеки, Джин. Ничего себе. Так, давайте я тоже на кого-то на 9. Опа, есть. Вау, блин, фуловая так смотрится красиво. Так, хорошо, Пока на 9 могу. Ля, сколько гемов, и главное хватает золота, блин. На самом деле круто, на самом деле очень круто. Я думал, мы это сделаем в конце проекта, понял, прокачаем всех бравлеров. Но я не вижу смысла открывать сундуки, пока вот реально можно выбивать гаджеты и пассивки, согласись. Ну да. Так. Так, ну слушайте, давайте Барли еще прокачаем на 9. Так, хорошо. И Эль Прима. А, и Шелли, наверное, еще прокачаем на 9. У меня, походу, еще и все бойцы почти будут 7 уровня минимум. Мне золота не хватит, наверное, на прокачку. Да, все, не хватает золота, чтобы прокачать Шелли на 9. Ну, мы сейчас чуть-чуть пооткрываем. И я думаю, что... Ну все, я готов, ребята, смотрите, как я прокачал аккаунт. Ух! Вот это прикольно. Ну что, Эрик, начинаем открыть. Я не могу, в принципе, пока прокачивать, потому что у меня еще есть, и у меня еще и гемов больше в этом выпуске. Ну, потому можешь. Значит, если нам надо, ты сколько тебе надо гемов потратить? Смотри, должно остаться 6180. И у тебя, и у меня. Поэтому открываем, пока не останется 6000 гемов, 180 на наших аккаунтах. Готов? Да, поэтому конечно. Ты можешь открывать быстрее. Я чуть помедленнее буду. Понял?
6180 должно остаться. Я ровно 2700 гемов открываю, Эрик чуть больше, он там в предыдущем видосе выбил Легу. У меня 6 предметов, а, ну это же могут быть гаджеты. Ну это гаджет, скорее всего. Ай, блин, ребят, поставьте лайк, чтобы это было Лего, пожалуйста, плиз, прошу, прошу. Итак, а нет, пассивка, звезды. У меня 6 предметов с первого. Вау. Ну, понимаю. Скорее всего, будут два гаджета, но все равно с первого. Ребята, на всякий случай, если открываете сундуки, введите код Aurum в магазине. Я вам отвечаю, с кодом Aurum в магазине открывать намного веселее сундучки. Я проверю, чтобы у всех был код Aurum введен. Обязательно вводите. Так, ну что ж, полетели. Мне с первого сундука выпало два предмета. Это гаджет на Барли и Спраут. Последний минут. Спраут! Боже ж ты мой! А у меня 6 предметов, Эрик! Я закрываю глаза и... Мне кто-то выпал! Амбер выпала! Кто? Амбер выпала. Амбер выпала? Да! Блин, Эрик, я не могу дальше открывать сундуки, капец! А ты уже вы... Я выпил Легу, ура! Офигеть, так быстро выбил Лего. Уже вторая на аккаунте. Как бы шо. А сколько у тебя гемов в итоге сейчас? Ох, я не могу просто, какая трэш. Ребята, вот, видите, ввел код, поставил лайк, подписался на канал и воля! Сколько гемов у меня осталось? Сейчас скажу. У меня осталось 8560 гемов. То есть, где-то... Запас такой где-то, неплохой, где-то... Ты сколько? Я 200 гемов потратил где-то. 2,5, прикинь, я в следующем ролике почти 5000 буду тратить. Вообще крутяк. Итак, ребята, обратите внимание... О, я могу прокачать, кстати, Шелли на 9-й. Смотрите, какой аккаунт уже получается. Просто пушка. Значит, Амбер уже. Вторая Лего, отлично. Ну что ж, это круто, это круто. Давайте посмотрим, что у нас шанс на Легу. Мне кажется, из сундука что-то выпадает, но это гаджет. Так, ну шанс на Легу такой небольшой теперь. Ну, напоминаю, у меня еще 2 мифика не выбиты. 3 мифика не выбиты. 3 Леги. Боже, интересно, смогу ли я выбить это все за 8000 гемов? Мне очень не терпится узнать, ребята, финал уже подходит. Пожалуйста, не пропускайте новой серии. Блин, у меня быстрый получился выпуск с открытием, не знаю. Леги, знаешь, слушай, у меня все выпуски с легами, Эрик, заканчиваются с первого дропа. Никита тогда открыл сундуки, первый же дроп, это лего. И сейчас то же самое. Блин, ну что ж. Такое бывает. Ну, я пока попрокачу, пока Эрик там открывает, я подумаю, кого бы прокачать еще. Ну, типа, Пайпер прокачаем хоть немножко. Так, хорошо. На 6-й уровень Пайпер прокачал. Так. Мне выпал генерал Гавс. Боже, я думал, уже что-то выпадет поинтереснее. Ну, это, кстати, у меня сейчас уже только леги остались из Браулера вы. Да, ты даже мификов всех выбил? Да, у меня все мифики, все эпики, все хроматики, которые можно выбить. Кроме Белли. Да, Белли мы не сможем, пока 30-й уровень в сезоне не возьмем. Блин, ну, тебе сколько? 4 леги, да, осталось? Ну, я же пока лидирую, ребята. Я выбил 2 легендарки в этом батле уже. Че там Эрик молчит? Эрик, ты тут? Эрик? Что случилось? Эрик? Меня слышно? Да, тебя слышно. Ну, я не знаю, я до этого говорю. А, я думал, ты выбил, что ты молчишь. Что там у тебя? Сколько гемов осталось? Сундук гаджет, я не знаю. Сколько так, у тебя? У меня еще 1600 гемов. Ну, я жесть. Быстренько стараюсь открывать. Трэш. Ну, что ж. 7 предметов. Монтажер, у меня можешь видос обрезать до концовки, а Эрика пускай продолжается тогда. Так. О. У меня сейчас почему-то выключился AirServer. Упс, перезапусти. Перезапусти на самом интересном моменте, когда 7 предметов. Он теперь вообще... Все. Мы продолжаем тогда. Так, у меня еще 1000 с чем-то гемов. Пассивка.
каждый сундук что-то теперь выпадает, но... Но это не... Так. Так-так-так, блин, да, так хочется пооткрывать, но, блин, аж в следующей серии можно будет. Что там? Не молчи. Алло? Эрик? Эрик, не молчи. Алло? Да, что там? Алло. Алло? Эрик, мы тебя теряем. Эрик? Уф. Ну, монтажеры, пообрезайте там, что я не знаю. Я запись останавливать не буду. Алло. Да-да. Нет, все равно что-то грохлит, у меня постоянно все отключается. Что там, сколько у тебя гемасов? У меня 6600 еще. Да, отлично. Сейчас 6600 гемасов, уже 500 гемасов остается. 7 предметов, уже третий раз за выпуск 7 предметов. Ну это без бравлеров, 2 гаджета. В этом выпуске бы еще мне легендарку убить и выбил бы все, что только можно. Да-да. Было так, бы жизнь. 6 опять. Это опять гаджет. Все, я открыл. Все? Да. Ну что ж, друзья, у нас осталось... У меня чуть больше гема, у Эрика там 6180, правильно? Да. Но я в следующем ролике потрачу с лихвой, ребята, гемасов. И мне кажется... Блин, у меня выпал Амбер в этом ролике. Я не знаю, мне кажется, что в следующем мне вообще ничего не будет падать. Но у меня куча пассивок и гаджетов, которые я буду выбивать. И прокачать этот аккаунт на фул. Не пропустите. Мы приближаемся к финалу. Дальше уже будет интрига, интересно. И кто же выиграет в конце этого батла, узнаете совсем скоро. Друзья, всем привет! Ну что, это новый проект, точнее уже не новый, это старый проект, где мы задонатили на 2 аккаунта с Эриком по 25 тысяч гемов. И в сумме наш проект называется 50 тысяч гемов. На сегодняшний день мы потратили уже сколько, Эрик, гемов? Давай посчитаем. Почти 20 тысяч. 20 тысяч гемов на этих аккаунтах потратили, и давайте покажем, что мы выбили. Эрик показывает сейчас у себя на канале, переходите к нему, смотрите. Я покажу сейчас у себя, что я выбил за 20 тысяч гемов. 28 бойцов из 46, по возможности я прокачал всех абсолютно, и мы видим, что аккаунт еще не фуловый, но почти. Но, вы посмотрите, сколько еще бравлеров не выбитых. Во-первых, я выбил всего лишь 2 легендарки, я сказал всего лишь, потому что это очень мало в сравнении с тем, что мы потратили 20 косарей гемов. Эрик, сколько у тебя бойцов? Только одна легендарка, но у меня уже все мифические, не хватает только легендарок на аккаунте. А у меня, помимо легендарок, еще 3 мифика не выбито, друзья. И я думаю, что в этом ролике будет однозначно как минимум один боец. Объясню почему. В прошлом ролике я выбил Легу, соответственно, я перестал открывать сундуки сразу же там в начале видоса. Потому что если мы выбиваем Легу, суть этого проекта как можно больше выбить легендарок. Так как я выбил Легу, я останавливаюсь открывать. И... У нас вообще на каждый видос дается по 2700 гемасов. Если я выбиваю Легу раньше, то часть гемов переносится на следующий выпуск. И внимание! Сегодня в ролике я трачу целых 5000 гемов, а если быть точными, 5200 сегодня я потрачу. Короче, у нас должно остаться, Эрик, сколько гемасов в конце видоса? 3360. 360 гемов, ребята. У нас должно остаться в конце видоса. Фух, ну что ж, я готов открывать, как ты?
Да, я тоже готов. Ребята, с вас обязательно лайк как минимум. Вот лайк, подписка, как минимум выпадет один боец. А если еще и колокольчик нажмете, то выпадет Лего. Пожалуйста, проверьте. И обязательно в магазине код Аурум вводим. Смотрите, вот так вот Аурум. Все, ввели. И я готов открывать. Кстати, у меня есть еще одно маленькое предложение. Эрик, давай сегодня сделаем выпуск таким образом. Я... И ты не будем называть бойцов, которые нам падают. Попробуем сделать реакцию. Оу, там, ну знаешь, какую-то, типа, там, ну какую-то реакцию. А я буду пытаться угадать у тебя по реакции, что ты выбил. А ты будешь угадывать по реакции, что я выбил. И еще задание подписчикам. Если вы у меня в видосе, там, пойдете к Эрику, угадаете, что... Точнее, угадывать будете. Если вы угадаете под комментарием у Эрика, что я выбил, или Эрик что выбил, то Эрик выберет победителей и вручит им какие-то призы. Договорились? Да. Ну что ж, тогда поехали открывать. Так, да. У меня тут еще бесплатненький открою, с вашего позволения. Я тоже бесплатно открыл, и мне выпал гаджет. А еще... Тут, короче, у нас еще продается Лего за $10. Мифический боец. Ну, короче, много всего. Эй, ребятки, и у нас должно остаться 3060 гемасов. Ничего так, ничего так. В общем, ребят, ну, давайте я покажу вам еще шанс на Лего сейчас. Давайте покажу. Вот такой вот шанс на Лего. 0045. И я думаю, что, ну, как минимум, мифика я выбью, а как максимум, легендарка сегодня... Семь! Эрик, 7 предметов! Воу-воу-воу-воу! Ну, это могут быть пассивки. А, точно, я забыл вообще за это, Эрик, я забыл. Так, ладно, пытайся угадать, что я выбил. Готов? Давай. Хм! Первый... Не, мне кажется, это не боец, мне кажется, это гаджет или пассивка. Окей. Что-то такое. Я не буду говорить, пускай подписчики твои тоже угадывают. И если угадали, то видос мы пересматриваем. Итак, поехали дальше. Мифический боец или что-то такое, не знаю. Попробуешь? Ну, допустим, давай, если пассивка, то какая? Если... Ну, я понимаю, это очень трудно, но тем не менее. Там боец, то редкость, там, ибо какой боец. Если пассивка, то хотя бы на какого бойца. Ну, чисто, ну мало ли угадаешь. Пассивка, давай. Мне кажется, что тебе выпала пассивка на бойца эпического какого-нибудь. Допустим, я не знаю, Фрэнк там. Так, хорошо. Ну, это очень сложно угадать. Так, ну я понимаю, понимаю. Так, а второе выпадение, что скажешь? Второе, я не знаю. Ну, по реакции мне почему-то немножко кажется, что тебе мифический боец выпал, но я в этом не уверен. А вот... Ну, если, ну, боец, то какой боец, я имею в виду в этом плане. Ах, я вроде один оставался мифик. Ну, я не помню, какой, так что давай я назову как-то, допустим. Окей. Все, продолжаем открывать? Да. А вы, подписчики Эрика, напишите в комментах, кто угадает, Эрик выдадит призы. Только не читерите. А, блин, они могут читерить, как вот это, блин, не выдадим мы призы, тут не угадаешь. Точнее, ну, рандомно выберешь, Эрик, победителей каких-то у себя в комментах. Да, выдашь им призы. Все, на стриме, да, Эрик? Ну, посмотрим. Может быть, или может видосы. Может даже видос Эрик запишет. Все, летите в комменты к Эрику и пишите комменты. Полетели дальше. Так, ну что ж, 7 предметов. Эрик, это круто. Ждем. Ну, для начала, да, это круто. Ты шо? А мне 5? 6 предметов, 6 предметов. Так. Я пока что пятерки. Так, ребята, все дружненько. Лайк, подписка и... Странная такая реакция, но это 100% не легендарка по такой реакции. Я думаю, это очередная пассивка, что ли, редкость пресса, пусть будет всех редкий, а боец конкретно какой, пусть будет Карл. Окей. Не, понятное дело, что угадать бойца это практически нереально, но, по крайней мере, угадать гаджет, пассивка или персонаж, вот тут надо попытаться. А дальше уже чисто ванга-ванга, там, мало ли, но вдруг попадешь. Опять 6 предметов! Эрик, тебе вообще ничего не падает, а пассивки? Я там 6 предметов. А, о, ты уже что-то выбил? Ну, давай откроем. Давай, открывай. Гаджет, пассивка и персонаж. Реакция должна... Ну, попытайся соответствующий сделать. Так, открывай ты первый. Так, протяжное... Значит, протяжное удивление. Значит, это не гаджет, скорее всего. Это, скорее всего, пассивка. Ну, угадать практически нереально. Тогда пускай будет, не знаю, редкий роза. Так, теперь открываю я.
Окей. Давай. Бам! Ну, мне кажется, что тебе выпал гаджет. Редкость. Пусть будет редкий боец. И пусть будет Барли. Окей. Окей. Боже, это капец просто. Ребят, перемотайте видосик буквально вот так вот. И это... Поехали дальше. Пятёрки. Пятёрки пока, да. Боже, мне так много гемов тратить. Я, наверное, буду ускоряться. Это трэш. Я буду еще параллельно прокачивать... 6 предметов! Сколько у тебя гемов? Это еще много. 7 тысяч. Надо ускоряться. Итак, я открываю новый предмет. И поехали! Ну, я думаю, что это... Ну, скорее всего, пассивка. И боец... Не знаю, пусть будет мифический, пусть будет Тара. Окей, окей. Я продолжаю тем временем открывать дальше, чтобы не задерживаться. И у меня снова 6 предметов. И встречаем! Это... Я думаю, что это гаджет. Боец, пусть будет секретки и будет Пенни. Я думаю, сейчас можно сделать так, чтобы мы реагировали плохо. Именно вот нас на видосе видели, как мы реагируем, но молча. И мы будем говорить просто, что выпало что-то, и так можно еще сложнее будет угадывать. А подписчики будут видеть и как раз будут писать в комментариях. Вот, допустим, они смотрят твое видео, и потом смотрят мое, они же не видят, что мне выпадает, и будут так угадывать. Два предмета. У меня 7 предметов. У тебя 7 предметов тоже? Да. Давай я сейчас попробую вообще молча прореагировать, и ты просто предположишь, что мне выпало. Вот подписчики уже могут угадывать в комментариях. Окей. Сейчас я открываю первое. Я открыл. Пассивка, окей. Да, ну у меня 2 предмета было. Давай второй. Я сейчас... Ну, я открыл второй. Гаджет. Окей. Теперь я открываю. Давай. У тебя же один предмет, да, светящийся был? Да, один. Ой, опять 6 предметов! Я не могу, просто как классно, падает и падает. Ты уже тут запутался, наверное. Опять 6 предметов! Просто нет, тут уже, знаешь, тут капец уже понесло меня. Мне просто так, если ты будешь каждый предмет угадывать, у нас тут будет на полчаса опять 6 предметов! С каждого ящика 6 предметов! У меня 4 предмета. С каждого ящика по 6 предметов, ты шо, обалдеть. 7 предметов! Что происходит? Что тебе каждый раз что-то выпадает? Боже, жесть, как мне прет. Вообще трэш. Так, а ну я посмотрю, могу... Капец, трэш. А ну тут я прокачиваться начинаю. Мне тут еще могу бойцов. Боже, мы с тобой, Эрик, фуловые аккаунты сделали. Капец. Это очень круто. Это очень-очень круто. Так. Да, у меня уже, кстати, на аккаунте очень много гаджетов и пассивки тоже имеются. Этот аккаунт уже... Так, и я же говорю, у меня тоже очень... тут уже трэш. Так, ну все, короче, у меня золота больше нет, продолжаем открывать. Так, сколько у тебя гемасов там? Эрик, у меня 6 тысяч гемасов. Мне еще открывать... У меня 4400. Мне еще открывать и открывать, я, наверное, ускоряюсь. Потому что, ну давай, поугадывали вначале, а дальше уже будем ускоряться и просто выбивать. Потому что, ну трэш, если мы будем угадывать каждый гаджет пассивку, это будет просто... Во-первых, я, Эрик, не думал, что они так часто падать будут. Ну да, я тоже так не думал. Хотя у меня тоже вроде нету пассивок и гаджетов, но мне не выпадает так, как вы. Да, жесть, это жесть. Так, ну ладно. Так, опять 5. У меня тоже пока 5. Опа, 6 предметов. Все, ребят, отвечаю. Лайк, подписка и отвечаю просто, вытаскиваю легу. Договорились? Сэнди, смотрите. Ну почти же, ну. Просто жесть, это трэш. Просто новый аккаунт, боже, сколько гемасов. Ну,
хочу обратить ваше внимание, ребят, что мы в этом проекте охотимся только за легендарками. Все, что нам падает остальное, это чисто бонусом. Пока выигрываю я, потому что у меня больше легендарок. Вот. Да. А вот сколько у Эрика, сколько у меня, перейдите и посмотрите. Так, 6 предметов, все. Смотрите, закрыли все глаза. И... Блин, опять ты. Ну ладно, ладно. Блин, ну а шо ж. Я даже не заметил, что там 6 предметов. Витаминка выпала. О, витаминка, угадаешь, чей это гаджет? Биби вроде. О, да, только, по-моему, это пассивка, не гаджет. Я ее что-то завтыкал. О, давай реально называть в следующем видосе, будем называть и пробовать угадывать. Угадаешь, вернуть отправителю, что это? Ох, я вообще тут не угадаю точно, я просто давно не знаю. А как думаешь, вернуть отправителю, что-то возвращается, что такое? Я не знаю, что может быть или что-то такое, вообще без понятия. Это гаджет на Нани. На Нани? Да. Я просто давно не следил за гаджетами или пассивками. Воу, а как тебе кулачный бой, как думаешь, что это и чье это? Джина, что ли? Нет, это пассивка Эдгара. Давай ты мне тоже, если что-то выпадет, так же точно. Окей, у меня осталось 300 агентов. Бля, 4 предмета выпало только что. Прикинь. Трэш, что это было? Так, у меня 4000 гемов. У тебя сколько? 3600. Так, Эрик, импульсный модулятор. Короче, ребят, давайте, если этот видос наберет, я не знаю, больше 50 тысяч лайков, то в следующей серии мы будем с Эриком именно угадывать по названию. Вот. Опять 4 предмета. Гаджет выпал. Так, давай, так, название. 3 предмета выпало! 3, Эрик, 3, вообще, просто 3 предмета, вообще, это что такое? Что это за порожняцкий сундук? Карманный детонатор. Теперь 6, карманный детонатор... Это, слушай, это либо Мистер Эпи, либо Карла. Не? Не, вообще минус. А что это? Это Пенни. О боже. Так, хорошо, отдых на природе. Отдых на природе, это тебе гаджет или пассивка такая? Да, да, да. Ну ладно, подсказка, это пассивка. Ну на кого это? Отдых на природе. Кто у нас такой природный? Кто у нас такой природный? Вообще, предположим, нет, это название пассивок. Но кто связан с природой? С природой. Ну кто? Ну, я что-то выпал еще или что? Так что у нас связано с природой? Ну какой персонаж связан с природой? Ну, ладно. Что? Подсказка с растениями. Спраут. Окей. Засчитаем как за угадывание. Так, поехали. А вы в комментах у Эрика пишите, кто я имел в виду. Опять 6 предметов. Боже, как же сегодня насыпало. Защитный пируэт. Ну, ты никогда не догадаешься. Чисто наугад говори, на кого это пассивка. Защитный пируэт. Пусть будет Биби, я не знаю. Это Карл. 4 предмета, что происходит? Так, надо не пропустить, чтобы гемы... Я открывал. Боже, как это прикольно. Ледышка, Эрик, как ты думаешь, чей это гаджет? Ледышка. Лу, что ли? Да, 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 ты угадал, офигеть. Прикол. Так, у нас точно должно остаться 3060, да? 3360. А, 360, все, все. У меня все по сундукам. У меня 6 предметов. Да! 6 предметов! 2 новых предмета! Так, лечебная настойка. Лечебная настойка, кто у нас? Здоровье может быть. Ну, у меня не знаю, Байрон может быть лечебный. Так, все, дальше. И прощальный залп. Прощальный залп, но это Пенни. Да, да, это правильно. Так, и у меня остается 3000... Ой, Эрик, у меня 3280 осталось. Ну, я случайно. Блин. Ну это жесть, это капец, как много всего выпало, друзья, посмотрите. В следующей серии, ребят, мы будем добивать. Это уже предпоследняя серия у нас останется, это трэш. Не пропустите. Не пропустите финал. Обалдеть. И напишите в комментах, хотели бы, чтобы мы в следующей серии угадывали названия гаджетов, пассивок и так далее. Вот, в общем,
что, будем прощаться, Эрик? Да. На этом спасибо, ребят. В общем, финалочка. 25 тысяч гемасов на этом аккаунте было. И у Эрика, и у меня это два легендарнейших аккаунта будут. Но как мы видим, что 25 тысяч гемов недостаточно, чтобы был фуловый аккаунт. Надо гораздо больше. Но это еще не финал. Ну что ж, дорогие друзья. Снова всем здравствуйте. Вы, наверное, уже и позабыли про этот проект, да, Эрик? Мы как-то... хорошенько так стартанули, резко взлетели, а потом хоп и пропали. На самом деле, ребята, мы для вас просто готовили две финальные серии. Это вроде как последняя серия в этом проекте, но будет еще одна. Дождитесь, вам понравится. Итак, Эрик, привет. Всем привет, ребята. Друзья, кто не помнит, я, пожалуй, вам напомню. Это проект, в котором на два аккаунта задоначено в сумме 50 тысяч гемов. У Эрика 25 и у меня 25. Это было в начале проекта. И мы 10 серий подряд эти 25 тысяч гемов тратили. Что нам падало, смотрите в прошлых выпусках, а дальше будут спойлеры. Эрик, давай покажем, что мы выбили до этой серии за... сколько получается? За 22 тысячи гемасов. Давайте покажем зрителям, что вообще можно выбить за 20 косарей. Вы офигеете просто. Кто хочет, чтобы такую сумму вам задонатили, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Итак, показываю. Значит, у меня почти фуловый аккаунт, ну точнее, почти фуловые бравлеры тех, которых я выбил. При этом в наличии у меня спайк и как бы все. Нет, еще кто-то был. У тебя еще Амбер вроде. Амбер где-то должно быть. А, вот же Амбер. Вот. А у тебя Эрик? У меня Леон только как. Ребят, суть этого проекта заключается в том, чтобы выбить как можно больше легендарок. Пока что я лидер, но сегодня, в этой серии, мы потратим последние 3280 гемасов. Это просто последние гемы и последний шанс вытащить как можно больше легендарок. Больше правил объяснять не буду, нам надо просто все потратить до нуля и завершить этот проект. Аж грустно стало. Эрик, ты готов это сделать? Да, я готов. Ну что ж, ребята. Фух. Показываешь, чего у меня нет. Джина нет, Скуика нет. И трех легендарок. Белль вряд ли выпадет. Она точно не выпадет, потому что там надо брал пас фигачить. Ну что ж. Я готов. Начинаем. Да, погнали. Стоп, стоп, стоп. Обязательно в магазине код Аурум вводим. Ну а теперь. Поехали. Боже, последняя серия. Ай, боже, как же мне понравилось. Ах, полетели. Оп, у меня первый же ящик, 4 предмета. Тоже 4 первые ящика. Да? А что это? Кстати, у Эрика на канале вы будете видеть его экран, поэтому переходите по ссылке в описании, смотрите, что падает ему, обязательно. Вот, потому что в конце у нас будет финальная серия, поэтому обязательно. Эрик, мне из 5 предметов засветилось. У меня 6 предметов, у меня засветилось. А как, почему из 5 у меня засветился один? Без понятия. Главное, до этого 4 было, сейчас... Так, заходайте. Так, это получается либо мифик, либо лего. Ну, либо пассивка. А. Да, ты прав. Ну, ладно. У меня гаджет выпал. Ладно, ладно. 4 предмета, боже. Что такое? Что? Я задонатил на этот аккаунт 20... И у меня с 5 светится. И у меня с 5 светится, что? Это, походу, не бравлер. Да, это гаджет. Да, у меня тоже гаджет. Показываю шанс на Лего. Давайте посмотрим. 0,07. Шанс, конечно, не очень, но учитывая, что мы 25 косарей здесь... Опять 4! У меня тоже опять 4. А что это значит? Это значит, у нас... одинаково как-то все выпадает. Эрик, из 4 загорелось, прикинь! Из 4. Из 4 единицы загорелось. Как? Так, у меня 5. Не светится. А, спичить гаджет, опять гаджет. О, ну, 6. Ладно. Один светится. Ну, два может. Опять из 4 горит, как? Из 4 предметов светится единица, боже. Я в шоке. Так, ну ладно. Ну тогда это гаджеты. Короче, надо 6 предметов, чтобы был новый боец, так понял. Наверное, скорее всего... Эрик, мне 3 предмета выпало вообще. 3? Ну, мне 5. 5 опять. О, светится. Прикинь, с 3 бы сейчас светилось.
Я в шоке. Так, продолжаем. Опять 3! Это что получается? У меня все бойцы фуловые. Может, они... Я понял. Скорее всего... Ну, у меня 5 светится. Скорее всего, Эрик, у меня просто бойцы фуловые, и мне падает так мало бравлер. Ты понял. Давай прокачаем Легу. Сейчас... Не знаю, у меня вроде... Не, у меня еще достаточно не хватает. Пассивы. Не, ну я не знаю, как это объяснить просто. Чё? Генерал Гавс давайте прокачаем. А что у нас еще? Да у нас и много, на самом деле. Он Мортис на первом уровне. У меня золота не хватит всех прокачать. Ну, 7 предметов. 7? В конце проекта? А, у меня 2 светится. Я думал, 3 будет светиться. Так, мне надо тоже открывать сундуки. Ну, очень интересно, конечно, всех прокачать. Так, все, полетели. У меня 2500 гемасов еще. Боже ж ты мой. Первая там пассивка. Так, полетели. А второе сквик. Я думал, это спайк. Ага, мифик выпал. Ну, он блин, мне по 3 предмета падает. Ну, я думаю, что... Из 3 предметов единицы. Прикинь, из 3 предметов выпало. Офигеть, просто офигеть. Опять. Блин, ну это гаджеты. Это мы не ждали. Это мы не... Единица! У меня просто вообще единица выпала. У меня просто фуловый аккаунт, Эрик. Мне падает единица сходу. Боже. Фул ак, друзья. 25 косарей, фул ак. Но только не все бойцы. Так. Вот сейчас боец. Вот сейчас будет боец, отвечаю. Эрик, попроси... Лайк нужен. Подписка. Ну вот мы его как раз только что прокачали, и вот он нам как раз выпал. Так, слушай, ну как бы каждый... 3 предмета уже. Блин, ну если я не выбью бойца, я расстроюсь. Боже, мне с каждого сундука что-то падает. Что тебе может выпасть мифик, в принципе, скуик? Или джин? Да, или ворон. Ты это хотел сказать? Боже, мне осталось таро и все, прикинь. Все, Эрик, я пустые сундуки открываю. У меня фуловый ак. Я не знаю, что делать. У меня еще далеко до фулового аккаунта. 5. У меня полностью фуловый аккаунт, боже. А монет уже нету прокачивать? Нет, я все монеты потратил. Ну, практически. Практически все. Есть тут, конечно, мелочевка, но она не спасет. Так, ладно, продолжаем. Капец, у меня еще 1600 гемасов. Это вам что, шутки? А ну. Не, ну пустые сундуки открывать не очень как-то. Пассивка выпала. Блин, Эрик, я открываю пустые сундуки, я не могу. Просто ничего не падает. Странно, о, Эрик, Эрик, 2 предмета, 2 предмета. 2, а у меня 3, ну не светится. 2 светится? Да. А, прикольно. Так. Ча! И второй. Бам! Блин, ну гаджеты эти, фу. Блин, хочу бойца. Бррр. Дайте мне 3 предмета. 1. Да блин, это так рядом. Это 2 жест. Предмета. У меня тоже скоро будет уже заканчиваться все. Блин, я так не хочу, так обидно. Ребята, может еще по 25 косарей забить? Давайте так, если этот видос соберет 100 тысяч лайков, может еще заднатим по 25 косарей. Ну, вряд ли. Если 100 тысяч лайков наберет, да, это будет жестко. Боже, я, знаешь, уже единичка, я не обращаю внимания. Окей, ну, выпал, ну ничего. Ну, что бы мне-то? У меня скоро тоже уже full аккаунт полностью будет. Мне ничего не падает, вообще сундуков абсолютно просто. Ну, как, я имею в виду, поинты, все, аккаунт full. Все, остается... Два предмета. Первый. У меня один предмет уже выпадает. Да. Я сейчас, если выпадет Лего, я попробую на нее не реагировать. Смотрите. Пассивка. Да что ж такое? Пассивка опять. Подряд падает. Блин. 240 гемов. Да, у меня пустые ящики. Мне осталось последних 2 ящика, и останется ровно 1 гем. Я открываю предпоследний гемов. Ящик. Один гаджет, боже. Последний ящик. Вы готовы? Вы готовы в этом проекте увидеть последний ящик? Не, вы не готовы. Вы не готовы. Ставьте лайк. Все? Готовы?
У меня еще 400 гемов. Но уже вряд ли что-то выпадет. Три ящика осталось. Ну вот и все, друзья. У меня последний сундук остался. Вот и все. Ну вот и все, ну вот и все. Итак. Итоги, друзья. Ты готов? Да. Мы за 25 косарей гемов на одном аккаунте выбили у меня 44 бойца. Стоп, это не 44 бойца, это же пассивки, гаджеты. 30 бойцов, из них Шелли уже была. Получается 29 бравлеров. Я хочу сказать, что это далеко немного. За 25 тысяч гемов. Ну, блин. Хотя мне две леги, мне еще повезло. Получается, в этом проекте победил я, потому что я выбил больше легендарок. Но если этот ролик соберет каким-то чудом 100 тысяч лайков, возможно, мы с Эриком продолжим. Но не точно. Обязательно ставьте лайк. Ну и в завершении, что хотелось бы сказать. Эрик, как тебе проект? Не жалеешь, что сколько задонатили мы, что мы вообще ввязались в этот спор? Мне понравился проект, но я, честно, ожидал большего за 25 Слушай, тысяч гемов. Слушай, я тоже считаю, что за 25 косарей надо донатить 50. Отвечаю, надо... Давайте, набираем 100 тысяч, доначу 50 тысяч гемов. Отвечаю. Просто сделайте это и доначу полтинник. Посмотрим, что будет с полтинника. Прикиньте, с полтинника выбью не всех. Да. Ну что, заканчиваем? Да. В общем, дорогие друзья, вот и конец проекта. Вот такой вот аккаунт. Пассивки, гаджеты повыбивали. Возможно, что-нибудь еще с ним придумаем. Жалко этот аккаунт забрасывать. Но что будет дальше, вы узнаете позже. Будет еще одна серия с этого проекта. Ну, а я вам желаю удачи, всего хорошего, водите Мазини Кодавру, ну и ждите, ждите, еще будет один новый проект совсем скоро. Пока. Всем пока. Я так выгляжу, как будто я...